Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня с вами интересный обзорчик топового аккаунта на AS сервере, где я тоже начал играть, и у нас один из топ-10 аккаунтов, топ-5 АК, 1-727-817, вот так вот. Находится он в гильдии. Кстати, кто играет на AS сервере, обязательно вступайте в гильдию. Гильдия активная. Находится он в топ-11 гильдии по силе. Как видите, гильдия 69-75, поэтому есть 6 мест, кто играет, ну, конечно же, с донатом, потому что в топ выйти тут только реально с донатом. Кидайте заявочку в телегу. Три телеги есть на экране. Битва гильдии, 4 место. Наверное, просто кемпили, не ходили на выходных. В общем, кидайте заявки, вступайте. Гильдия активная, ищет активных игроков с донатом. Возможно, я когда-то буду здесь играть, посмотрим. Так, мы на аккаунте лидера, можем быстренько гильдию распустить. Окей, смотрим, что у нас на аккаунте есть. Интересно посмотреть, как же живут донаты на AS сервере. Я вам показывал русский сервер, английский. На AS тоже начал играть. Здесь хорошие акции есть. Ну, сегодня у них еще, кстати, обновы так и нету. Да, у них обновы нету. Акции на рынке такие же. Практически все, как и на андроиде, но есть некоторые отличия. Так, хрусталка. Вот, смотрите, какая здесь хрусталочка, тоже неплохая. Люк дают нормально, вот, нормально, 40 рунок, 20 на рунка в запасе вообще. Держит руны уже в запасе. Так, окей. Гильдия называется как, а то я так... Асгард Рус, вот так вот. Ну, вы, в принципе, можете по поиску гильдию найти. Окей. Смотрим, что у него по героям. 91-91. То есть, ну, понятно, с такой силой все герои на аккаунте есть. Поехали. Посмотрим его алтарь. Посмотрим, что у него есть. Давайте посмотрим по подземкам. 861. Я буду так по списку идти, все смотреть. Даже больше, чем я. Это я один ленивый. Не прошел еще. Так, подземочки есть. Кстати, интересно посмотреть, что у них по соперникам. А, ну понятно. Топ гильдия. Первое место 800. Да, тут, конечно, 18-526. Ну, видите, разница в топах какая набивается. Какие максимальные очки. В районе 18к. Топовые гильдии попались. Ну, в два раза сильнее, чем они. Вот вам и результат. Посмотрите, какие цифры. Просто жесть. Миллион. Миллион ночей набили гильдии. Жесть. 199 плюс. Но сливы, смотрите. Один, второй, третий. Сейчас мы посмотрим, что у него тут за секретное оружие. 10-10, 10-10. Фрея. Зефир. Тоже 10-10. Ну, все десятки. ОЗ тащит. Так, окей. Поехали посмотрим дальше, что тут у него есть еще интересного. Так, тут ничего нету. Ну, тут, в принципе, сейчас посмотрим по алтарю. Так, Минотавр с маскировкой. Без скина причем еще. Странно, странно. Не продают скины на минуса, что ли? А, или он... Да, все-таки нету. О, нас стрим снайпят, как обычно. Не дают нормальный видос записать. Так. Поехали в алтарь. Да, скина у него нету. Леди Лео. Гаргул, капитан Дрейк, соживой, соживой. Вольт, тыковка, топчик. Так, тут у нас что, вальс клинков. Потом забежим в снарягу, посмотрим. Все по снарягам стоит. Так, тесочка.
Ронька, топчик. Некрос, огненка, некрос. Зачем столько некросов? Раз, два, три. Это напоминает мне мой этот, мой русский аккаунт. Там было 5 штук. И причем все 30-го прорыва. Жесть. 10-е СО. Вот неплохой Фрэнк. Так, а вот пошли огники. Тоже любитель огников. 3 штуки. Я от этого всего на английском отказался, потому что в большинстве случаев оно стоит просто пылиться. Так. Махатмы. Махатма такая. Я все ронинов прокачал и не парился. Так. Бугич, кстати, хорош. У меня тоже такой же. 2 бугича? Да ладно. Все в двойном экземпляре, ребят. Здесь ребята себе ни в чем не отказывают. Так, Санубис хорош. Потом, короче, забежим снарягу, посмотрим. Еще один Анубис такой. Фрея. Фрея такая. Жесть, сколько, зачем столько всего? На 3 комплекта, типа. Хранители. Так, тут не открыл. И тут не открыл. Видно, скины еще не повытаскивал. Все. А теперь самое интересное. Зефир. Зефир. Зефир с девяткой. И рядом сразу же зефир с десяткой. И третий зефир. Маскировка. Четвертого нет. Четвертого пока нету. Но думаю, скоро будет тоже. Так, стрелок. Странно, кстати. Вот сейчас стрелок на архи не бегает, видимо. Оккультист. Неплохо. Ворожка. Фоба. Мне Фоба с огненкой зашел тоже. На деф ставлю. Так, ледяха хороший. Ледяха такой. Просто жесть. Еще одна махатма. Рогатка. Бугич. Ворожей. А дальше пошли ниндзики. Не, ну вот это можно было бы посливать, больше б силы было. Хотя, с другой стороны, наверное, черепов маловато. Сейчас пойдем посмотрим склад. Душики. 28-е. Я бы, наверное, Ронина все-таки ждал. Ронина и забывал. Забивал это все. Да, и пошло начало. Поехали посмотрим, что тут по складу. Ну, понятно все. Исходя из силы, понятно, что ресурсов здесь дофига. Да, видите, аккаунт. Недавно, потому что скинов не так уж и много. Последние скины есть. А вот стареньких скинов нету. Так, камень судьбы. Понятно. Вот смотрите, 533 камешка. Так, рунки. Ну, все как обычно, короче. Если был бы старенький аккаунт, было бы больше талантов. Коробок хватает. Ну, ресурсы для прокачки, в принципе, есть. Так, что по героям? Что в загашниках по героям есть? Ну, еще 6 зефиров просто валяется. 3 там, 6 тут. Почему нет? Так, что тут еще есть? Эмблемки, сундуки. Да, у него не хватает тапок с камней. Вот поэтому он не докачивает. А, кстати, я не глянул героя. Я не глянул Ронина. Почему он Ронина мне вкачал? 14 Ронина. Можно было бы перекачать. Зачем такой хвост большой по героям? Да, видите, вот он Ронинов начал докачивать, душиков перекачивает, скорее всего, и черепа. Ну, Ронинов сложновато достать. Реально. Это реальность. Сам с этим сталкивался. Так, а Джей, он прошел волну. Подземочки прошел. Такой лабиринтик. Ой, не лабиринтик, а КБшечка. По КБшечке можно многое определить, но кроме, наверное, моего аккаунта. Там просто первый левел. 23-й левел, понятно.
Так, а что по осколкам у него есть? Кстати, давайте посмотрим еще осколочки. Да, он полностью все меняет. Да, осколков немного, поэтому видно, что аккаунт не так уж и давно создан. Поэтому есть определенные нюансы в прокачке. Да, обликов у него, видите, у него не хватает много всего. 5, 10, 9. Ну, в принципе, за этим гнаться не стоит, там не особо прибавка будет. Основные на максимуме. Неплохо. Вообще неплохо, но я бы, конечно, что тут по силе 1700. Ну, если Ронинов перекачает, постепенно все докачает, то, в принципе, в топ выйти можно. Вот опять же, это придется половину героев слить и перекачать. Так, что я хотел еще посмотреть? Я хотел еще... А, кстати, что у них тут по архидемону делается? 541. Понятно. Ну, с обновой они будут точно так же, как и у нас, набивать больше, поставят новую чару. Пум-пум-пум-пум-пум-пум. Я хотел, блин, только что-то такое хотел посмотреть. Для себя. А, хотел посмотреть, что делается по эмблемам. В принципе, для игры хватает, это есть. Расколов немного. Расколы, кстати, начали плохо продавать, и они падают, поэтому да. Ну что могу сказать? Неплохой аккаунт. Все-таки как-никак топ-5 AS сервера. IOS-ик жесткий. Я думаю, мы еще будем на этом аккаунте. Еще раз гильдия. Ребят, кто играет на AS сервере с донатом, кидайте заявочки, вступайте. Телеги на экране, гильдия Асгард Рус, топ-11. Кстати, давайте зайдем по гильдиям, глянем. Да, Коа, вот видите, у них топовые противники, блин. Коа, Seven Seas, ну, то есть все топовые гильдии. Две топ-гильдии против них, вот так вот. Веселуха, в общем. В общем, вот так. Пишите комменты, ставьте лайки, кидайте заявочки. Всем удачи, всем пока.